Добрый день, друзья. Сегодня у меня вот такая 311 Nokia. Сейчас мы с вами попробуем заменить экран. 22 евро у нас стоит данная услуга. Вот так вот выглядит экран. Забыл, когда держал такой телефон последний раз в руках. Все работает. Видите, да, трещина наверху. Так, снимаем батарею, откручиваем телефончик. Сбоку у нас совсем мелкие болты. Судя по всему, будем откручивать пятилучевой на Т3. Да, вот прекрасно подходит. Наверху два самореза. Тут же головка идет на Т6. Итак, здесь у нас еще два болта под нижним колпачком. Давайте его снимем. Будьте аккуратны, потому что здесь у нас находятся две кнопки. Сняли колпачок вот такой, с такой вот блестящей рамкой кнопки. Откручиваем еще два болта на Т6. Карта памяти. Снимаем заднюю панель. Гнездо зарядки выпало. Сняли панельку. Гнездо зарядки на место давайте сразу поставим. Снимаем плату. Здесь находится под защитным экраном разъем дисплея. Давайте проверим новый дисплей наш. Ставим батарею. Ставим батарею, включаем телефон. Экран загорелся, логотип появился. Судя по всему, все хорошо. Выключили телефон, можно менять. Включаем новый дисплей, снимаем старый, разбитый, ставим новый, снимаем защитный пластик, ставили новый. Проверили, не попала ли пыль, все нормально. Устанавливаем плату. Сразу проверяйте все кнопки, чтобы ни одна из них не запала. Соединяем разъем. Ставим защитный экран обратно.
так вот просто заднюю панель. Собираем нижние болты. Сразу поставим колпачок. Это, наверное, было самое сложное в замене экрана. Карта памяти. Так, ставим колпачок. Загните немного его, чтобы кнопки сели на свое место. Да, это действительно было самое сложное. Попробуем еще раз. Давайте попробуем сделать. Так. О, видите, сам не знал, вместе с вами научился. Последний раз разбирал такой телефон, наверное, года полтора назад. И остались у нас 4 самореза на Т2. На Т3 закручиваем саморезы. Сразу включим телефон, пусть загрузится. Работает. Всем спасибо за внимание, друзья. Кнопки работают, все работает. Учитесь на моих ошибках, ставьте лайки, кому понравилось, подписывайтесь на наш канал. Всем доброго дня, до свидания.